Добрый день, уважаемые трейдеры! У нас снова понедельник и видео с обзором текущей недели, точнее даже с обзором макроэкономических показателей, которые выйдут на этой неделе. Очень много по безработице данных, но так как самая важная неделя – это первая неделя каждого месяца, потому что выходят данные по нонфармам, все остальные данные по безработице по другим странам теряют особую важность, и рынок будет ждать пятницы, а точнее начнет ждать уже со среды, потому что в среду выйдут данные по ADP, которые, как вы знаете, примерно показывают, каким стоит ждать нонфарм. Но начнем прямо со вторника. Выйдут данные по безработице в Японии. Уже 2,8, 3 было недавно. Вот так вот рынок труда развивается в Японии. Конечно, ничего хорошего в этом тоже нет. Но об этом как-нибудь потом. Среда у нас, инфляция в Германии. Вот это важно для евро. Вы видели, как евро очень сильно вырос за последние дни, недели и месяцы. И все это подогревалось тем, что в Европе инфляция все выше и выше, это заставит ЕЦБ идти на повышение ставки в ближайшем каком-то будущем, в следующем году, наверное, уже. И евро рос на ожиданиях, что от ЕЦБ можно ждать каких-то сюрпризов, именно в плане повышения ставки. А ФРС уже отыграл свое, и до конца года никакой интриги быть не должно. Вот данные в среду покажут, так ли это. Германия, уровень инфляции по Германии 1,8 ожидается. Локомотив европейской экономики, наверное, самая важная инфляция из всех европейских данных. В некоторых странах уже выше 2. И инфляция в Германии нам покажет, стоит ли от ЕЦБ чего-либо ждать в ближайшее время. Потому что там, тут может быть и 2%, если так, то евро покорит новые вершины. Ну а если разочарует рынок, то станет понятно, что у ЕЦБ есть время. Ну и значит, у рынка тоже есть время для новых рекордов по евро и USD. ADP в среду покажет нам примерное изменение рабочих мест. Это частная компания, это ее прогноз. Вот рынок ждет, точнее прогноз на прогноз получается 183 тысячи. В прошлый раз примерно была такая же сумма по ожиданиям, хотя нонфармы выходили 209 тысяч, то есть недооценил ADP уровень занятости в США. Ну и, наконец, ВВП по США тоже достаточно важно, предварительный показатель, 2,7 рост ожидается. Ну, в последнее время ВВП неплохо себя чувствует, американский растет стабильно. Навряд ли это изменит положение дел со ставками, навряд ли ФРС пойдет на большее ужесточение. Вы знаете, до конца года должно быть одно ужесточение, это будет в декабре, 13 декабря, по-моему. По крайней мере, так считают рынки. Деловая активность в Китае не важна. Германия, уровень безработицы тоже не особо, она достаточно стабильна. В еврозоне тоже достаточно стабильная безработица, 9%. Ну и, наконец, пятница, самый важный день. Не каждая пятница, а именно первая пятница месяца. А в Америке выйдут данные по количеству новых рабочих мест за вычетом сельхозсектора. И ждем 180 тысяч рабочих мест. 4,3 должна быть безработица, ну, уже достаточно низкая, намного ниже предкризисных уровней. Так низко безработица не падала. И это может заставить ФРС, конечно, пойти на еще одно повышение. Скорее всего, это изменит понимание того, что будет в 2018 году. И цифры в районе 200-250 не сильно поменяют ощущение рынка по поводу ставок. Тем более осталось всего пара заседаний, не так-то и много. Куда важнее налоговые реформы, которые вот уже в сентябре должны будут обсуждаться очень активно. Итак, что мы имеем? Давайте пройдемся по валютам. Что мы имеем? У нас S&P сегодня растет. Вот до открытия рынка осталось немного, час примерно. По евро USD у нас сегодня ночью был новый максимум. А так как обычно в понедельник небольшой диапазон колебаний.
Что ж, сильной коррекции не случилось. Мы говорили на вебинарах, по вторникам мы обсуждаем обычно текущую ситуацию, что 1.17 очень важный ключевой уровень, после его пробития может последовать какая-то более-менее долгая коррекция или глубокая коррекция. Но этого не случилось, новый максимум, так что будет ли 1.19, 1.20, вот 1.19 уже пробили, 1.20 будет ли пределом, остановит ли рынок на пути вверх, мы узнаем, и нонфармы нам могут в этом помочь. Так что на этой неделе, скорее всего, нонфармы сыграют какую-то роль спускового крючка и могут или спровоцировать коррекцию, или же еще немного уйти вверх. Но так вот сильных ожиданий у меня нет, потому что без коррекции уходить бесконечно вверх и не иметь на это каких-то фундаментальных причин, это сложно. Я почему-то глубоко уверен, что пока таких серьезных фундаментальных причин нет. Интрига, интрига, ставки ставками. Разве что Трамп может, фактор Трампа может медленно давить на эти обстоятельства, добавлять, да, жару, и поэтому мы увидели евро примерно в районе 1.20, но пока не дошло. Так что плохие нонфармы – это, скорее всего, коррекция, да, можно так утверждать. Что у нас еще? Золото. Оно продолжило рост со времени нашего последнего вебинара, когда мы обсуждали, что вроде дорога вверх открыта, и факторы, которые влияли на рост золота, они хоть и время от времени уходят с передовой, это и Северная Корея, и какие-то другие факторы, но все же инфляция поднимает голову, мировая инфляция, в США в том числе. То, что в мире неспокойно стало, мы тоже увидели и убедились в том, что не скоро еще все уляжется. Ну и, наконец, Трамп, слабость доллара, все это подогревает покупки в золоте. Так что дорога открыта, это не какой-то конец тренда, очень даже похоже на то, что скорее это какое-то начало тренда и даже не середина. А что можно сказать по S&P? Тут у нас будет сопротивление на попытке войти обратно в канал. Рынок уже встретил сопротивление, и мы можем какое-то время колебаться в поисках какого-то драйвера. Кстати, нонфармы, вот вам еще одна сфера, еще один рынок, еще один инструмент, где нонфармы могут сыграть роль драйвера, то есть развернуть вниз, показать какую-то коррекцию. У меня все. Вот такие данные и события нас ждут на неделе. Ставьте стоп-лоссы, будьте осторожны. Увидимся во вторник на семинаре. Спасибо.